Действия подозреваемого следствием квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение боеприпасов и взрывчатых веществ. По данным следствия, фигурант по месту жительства в гараже, а также в опустевшем родительском доме, незаконно хранил боеприпасы и взрывчатые вещества промышленного изготовления времен Великой Отечественной войны. Весь арсенал был собран им на протяжении нескольких лет во время раскопок с целью хранения в личной коллекции. Совместно с сотрудниками Управления Росгвардии и Министерства внутренних дел проведено обследование обнаруженных предметов. Все они идентифицированы и изъяты из незаконного оборота. Согласно выводам экспертов, боеприпасы и порох пригодны для стрельбы. Данное преступление против общественной безопасности относится к категории средней тяжести, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.